Поощрили лучших студентов Волжского. В канун майских праздников представители местного отделения ЛДПР вручили гранты студенческой элите города. Поощрительные гранты, учрежденные Волжским отделением партии ЛДПР, получили 10 лучших студентов города. Они активно занимаются общественной работой, ведут научные исследования. Я получаю этот грант, что мне очень приятно, за научную и общественную деятельность, как в жизни института, так и в моей жизни. Я считаю, что это очень важная мотивация для молодых специалистов, для молодых ученых. Для продвижения как научной, так и организационной жизни. Традиция поощрять студенческую элиту города появилась в Волжском 7 лет назад. ЛДПР – партия молодых, поэтому поддержка творческих начинаний, талантливой, энергичной и инициативной молодежи всегда приоритет деятельности партии ЛДПР. Сейчас мне, конечно, отрадно, как областному руководителю партийному партии ЛДПР, видеть то, что эта традиция живет, что наши молодые депутаты от фракции ЛДПР в Волжской городской думе поддерживают эту традицию, сохраняют, уже есть преемственность определенная. Активная гражданская позиция, первые научные достижения обязательно должны быть отмечены, уверены организаторы проекта, представители Волжского отделения партии ЛДПР. Студенты – это будущее нашей страны, опора города и региона. Очень отрадно видеть, что студенты действительно участвуют в этих грантах, а им это интересно. Сегодня было приятно видеть этих студентов, этих ребят, которые действительно дошли к этой цели, и они действительно все, безусловно, их заслужили. Мы своей фракции рады поддерживать эти гранты, мы будем их продолжать. За все время существования проекта поощрительные гранты от Волжского городского отделения ЛДПР получили около 100 талантливых студентов. Это учащиеся трех волжских вузов. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».